Огромное всем, кто по ту сторону экрана, ребята, друзья, мои дорогие, любимые соратники, наши педагоги, наш театр, филармония, колледж искусств, все те, которые поддерживают нас, помогают нам, Министерство культуры, Министерство образования, безусловно, это наша общая победа, это наше общее движение. И я думаю, теперь с некоторой такой осторожностью, думаю, как же мне быть в Москве, если в Санкт-Петербурге сейчас у нас 155 участников? Возможно, мы поднимем еще планку выше, и участников будет еще больше в Краснодаре, в Москве. И мы к этому будем готовиться, безусловно. Для этого нужно нам собраться, проанализировать все, очень внимательно обсудить, подготовиться. Подготовить ту площадку, на которую мы будем выходить. А эта площадка очень требовательная, это площадка высокого уровня, это площадка в чем-то сложная и даже опасная. Ну что ж, во всех европейских странах, в Америке, мюзиклы прокатывают сначала в провинции, а потом блещут в столицах. Поэтому я думаю, что мы идем по правильному пути, так ведь? Друзья мои, спасибо всем огромное, всем удачи, победы. Спасибо отдельной съемочной группе, которая работала и которая позволила нам осуществить вот это интервью с вами, дорогие зрители, участники, друзья, коллеги. Спасибо. Пока.